Вот посмотрите, что у нас творится. Снега как не бывало. Декабря, время 3:18. Снег еще есть. Ой, нет, хорошо видно. Mountain View. Привет, друзья! Хочу вам показать, что у нас тут продается. Hill Street Blues, $46. Полный сборник. Дом Петров, $20. Doorman. Так, мы напокупали фильмов, страшную фантастику в этом отделе. Морозы дофига. Монополия. Телевизоры $200. Народ завис после фильмов.
тапочки какие красивенькие. Это тоже шапка, тапочки, называется Lady Shoes. Женская обувь. Wait for me. Велосипедики детские, $84. А, это шампанское? Блин, стоим уже 10 минут в очереди. Знаю, что Крисмас, и надо, чтобы было больше кассиров, но я не знаю, что они так делают. А здесь товары, которые по телевизору рекламируют, вот здесь можно их купить. Написано CNN TV, как по телеку. Вот машинки для педикюра. Это крутящаяся щетка. Я такой еще не видела. 30 баксов стоит. А здесь еще что-то тоже стоит. Не поняла я, что это такое. Брови рисовать. Вот смотрите, что мы делаем. Они нам пытаются втюхивать вот эти пакеты. Вот эти пакеты были бесплатные. А сейчас они нам их продают. А мы сейчас это все в тележке повезем. И вон люди так же делают. Вот смотрите, парень пошел. Никто пакеты не берет, все кладут в тележку и довозят до машины. У нас в машине много сумок, но мы их все время забываем. Теперь вот будем в тележке везти. Дождя на улице нет. А, прикольно. Ричард говорит, надо найти хорошего адвоката и сделать кейс. Зачем они это придумали? Это все идет из Калифорнии. И вот эти пакеты не разлагаются. Они такие плотные.